как это у нас тут такое болотце небольшое. Вон тут сколько много уточек плавает. Ничего не боятся. Их тут кормят. Вот там даже сделали такой домик плавучий для них. Здесь вот тоже такая вот уточка залезла. Площадочка плавающая. Вообще ходят, вон выходят по дороге, идут по площадке, по детской. Ребятишки бегают, там хлебом кормят их, интересно. Не боятся совершенно ничего. Ну, их тут, конечно, не стреляют, там нет никаких тут охотников, это понятно. Сегодня 21 октября, уже были заморозки, вон там даже видно с правой стороны водичка уже чуть подмерзла, такая маленькая корочка льда. Ну, уточки сидят. Вот интересный какой. Вон они плавают.